Дорогие мои друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами. Я занялась ремонтом. Я показываю вам вот такой валик. Вот у меня вот есть такой фирмы валик. Ну, есть такой тоже, но я пока не раскрыла. Решила этим попробовать. Посмотрим, как получится. Вот я уже с ним работаю. Вот здесь вот такой вот кондари, вот эта ручка. И вот такой валик наливается сбоку, вот здесь внутрь краска. Есть такое вот устройство, вот такая вот штучка, да. Вот у меня уже, вот сколько я уже краски использовала. Покрасила, друзья, вот я что уже покрасила. Вот здесь мой вот дом, стену. Уже низ, видите, как там внизу все черное было. Вот это все я уже тут вот использовала. Сколько, друзья, смотрите, сколько краски. Неполное ведро. 2 литра, наверное. И покрасила уже вот столько. Посмотрите. Дайте как-то вам показать, чтобы было как-то более понятно. Вот видите, друзья. Вот так. Вот как грязно здесь все. Это все буду сейчас закрашивать. Надеюсь, что-то получится, друзья. Но я здесь еще пока просвечивает. Ой, я думала, не смогу. Думала, не смогу сама. Но, говорит, как говорится, ничего невозможного нету, друзья. Вот. Вот хотела я сегодня вот как-то вам показать вот такой ролик. Очень-очень удобный, друзья. Ну, как-то наливаешь туда внутрь.